увидеть подводный мир и замереть, застыть, задуматься. Сколько тайн и загадок прячет в своих глубинах это царство. Сколько неизведанных событий и историй хранят его обитатели. Погружаясь под воду, человек пытается разгадать хоть одну из них. Он смотрит, ищет. Он разглядывает, наслаждаясь глубоководной тишиной и спокойствием. У подводной галереи свой особый режим бытия. Здесь нет спешки и суеты. Громкие звуки, слепящие огни – все это остается на поверхности. Здесь свой ритм – неторопливый, безмятежный и незаметный. Но стоит зависнуть, затихнуть. Множество подводных диковин раскрывают свои секреты, погружают в свои тайны. Открывают самое сокровенное, создавая желание видеть еще больше, больше и больше. Слиться с этой средой уже не мечта, а реальность. Специальная техника и оборудование делают пребывание человека под водой достаточно долгим и безопасным. У нас появляется все больше возможностей для изучения тайн и красот глубинного царства. Но человек ни в коем случае не должен забывать, что под водой он гость. Могучий, властный, но чужой. Мягкие кораллы. Живые, цветущие, красочные сады на рифовых островах. Испокон веков черепаха подвергалась истреблению. Божественный вкус черепашьего супа покорил самых взыскательных гурманов. Сейчас это редкое создание нуждается в защите, внимании и бережном отношении.